Всем привет! Это рубрика «Спорт эксперт». С вами Роман Красилев, и сегодня мы будем говорить о плавании в холодной воде. Говорить о плавании в холодной воде мы будем с легендарным спортсменом с микрорайона Солнечного, известный как бегун в шапочке и в шортах Сергей Викторович Каминский. Скажите, как вы пришли к моржеванию и плаванию в холодной воде? Ну, я с детства любил холод, как в снегу купался, это самое. Ну, дело в том, что жил на берегу реки Кан, там, это самое, в поселке Таежном, далеко было до реки. А когда жил, стал в Красноярске, я это самое, решил, что это самое, ну, пропадает буду это. Столько, да? Вода не замерзает. Я год сначала здесь раздевался, это самое, это клуб не сразу вступил. А потом это самый клуб поступил, скорячил. Вот. Дело в том, что отличается зимнее плавание есть. И вот плавание в холодной воде. И ледяное плавание. Зимнее плавание — это ледяное плавание. Ледяное плавание, оно круче, и оно лучше для организма. Надо, чтобы достигнуть гемотез у тебя, чтобы происходил легкий, внутрилегочный гемотез. Вот. Тогда у тебя очищаются сосуды, сжигается жир. Видите, какой это самый стройный? Да. Да. А сколько вам лет? 66. Когда вы пришли в холодную воду? В воду я пришел, было мне 50 лет. И что послужило поводом, триггером таким вот? Ну, как бы где-то там это... Просто история созрели любви, к этому. История любви была, потом расход. Вот. Женщину сильно это полюбил. Ну, думаю, что это самое, там, ну... Как бы ее удивить, он стал этот, ну, это. Отлично. То есть в основе любовь. Да, это у меня вдохновление было от этого в основном. Да. И сейчас во сколько времени проводите в холодной воде? Вот сейчас вот я это самое. Ну, меньше 15 минут летом я не плаваю. Потому что это надо хорошо замерзнуть, как бы, и хорошо прогреться в бане. Независимо, хоть и зимой или летом. Сегодня, как у нас не банный день, это я много не буду плавать, потому что это не полезно будет. Вот. Причина в том, что когда организм замерзает, все сжимается внутри, тянет кислород, насыщается все кислородом. Энергию дает он? И дает энергию, вдохновление, это самое, эйфория. Для начинающих, вот, желающих для начать заниматься плаванием в холодной вот воде, сейчас что вот, нужно? Сейчас вот будет самое, осень. Сейчас вот начинайте купаться и помаленьку купайтесь и купайтесь и купайтесь. Я так и начинал, кстати. И уже все замерзло. Я сначала там лед долбил на пруду, а потом стал ходить в Енисей. Какая вот температура воды вот сейчас? Сейчас вот где-то температура летом воды 13-14 градусов. Может, 12. А зимой до плюс 4, зимой, наверное? Зимой бывает 1, бывает 2, 3, а бывает даже 0,7, 0,5. Чувствуете даже летом и зимой? Это вообще несравнимая вещь. Это была рубрика «Спорт эксперт». Занимайтесь плаванием, в том числе в холодной воде.